У этой улицы в 12-м микрорайоне нет названия. Она пролегает параллельно улице маршала Конева. Здесь всегда суетливо. Рядом множество высотных домов, социальный рынок и филиал банка. Кругом машины, путь популярный. Вместе с Зульфией вспоминаем, какая дорога тут была еще на прошлой неделе. Ямы были? Были, да. Прям вообще не было невозможно проехать. Сейчас лучше? Сейчас намного лучше. Намного лучше стало после обращения к депутату Сергею Дроздову. Он оперативно потребовал от чиновников отремонтировать дорогу. Такая, будем так говорить, дорога жизни, да, транзитная. По ней, в общем-то, весь микрорайон двигается. И буквально 10 дней назад эта дорога была в таком состоянии, ну, как будто здесь, я не знаю, там, бомбили ее, бомбежка была. То есть ямы, все разбито, подходы к школам, вот к 137-й гимназии. Просто шел асфальт и грязь сплошная, то есть дети с асфальта попадали в грязь. Очень сложно было до школы добраться без сменной обуви. Да? 10 дней назад прошло совещание. Глава округа был руководитель, который ответственен за выполнение дорожных работ. Ну и вот мы видим, что ситуация за это время очень кардинально изменилось. Обновление сегодня заметили спешащие ученики и их родители. Во дворе лицея настоящий ажиотаж. Идет перекличка. Новое покрытие появилось и на подходе к школе, что особенно ценно в дождливый день. Ведь теперь здесь не грязь, а новенький асфальт. Этим летом строители успели отремонтировать в Омске 28 дорог. Асфальт уложили на площади более 1 миллиона квадратных метров. Это 140 футбольных стадионов. Но жителям в микрорайонах важны и дороги рядом с их домами, школами, поликлиниками. Ремонт на этой улице появился в плане чиновников только после жалоб жителей и вмешательства депутата Сергея Дроздова. Эту дорогу проложили больше 30 лет назад, когда строили 12-й микрорайон. И с тех пор о ней забыли. Петр Анатольевич, как и многие жители, перемены оценили. Сейчас отлично. Вообще в микрорайоне нормально, порядок наводят. Все хорошо. Сегодня в дождь работы прекратили, но у строителей на очереди еще ремонт во дворах. Евгений Нефанов, Сергей Гаврилов, Антенна 7.